Колонна из 280 грузовиков с гуманитарной помощью была сформирована в подмосковном Наро-Фоминске. Российские власти говорят, что в этих грузовиках продовольствие, медикаменты, питьевая вода, спальные мешки, электростанции, детское питание. Это обычный набор самых нужных вещей в регионах, где происходят бедствия. Представители Красного Креста и украинские власти говорят, что им недостаточно видеозаписи погрузки и не знают, что на самом деле находится в машинах. У Евросоюза тоже есть сомнения. Этот вопрос обсуждался в течение последних дней, и позиция определена. Необходимо соблюдать суверенитет Украины, а также обеспечить независимую, нейтральную и справедливую раздачу гуманитарной помощи. Пока что мы точно знаем, что колонна с гуманитарной помощью составлена, но должно пройти еще несколько дней, прежде чем она доберется до границы с Украиной. Там ее должны проверить украинские власти, а затем помощь должна быть доставлена таким образом, чтобы исключительно и однозначно послужить удовлетворению нужд пострадавшего населения и никаким другим целям. Украинские власти говорят, что не намерены пропускать гуманитарную помощь на российском автотранспорте на свою территорию. По их словам, российский груз должен быть передан представителям Международного комитета Красного Креста. Со своей стороны, Россия утверждает, что автоколонна была сформирована в рамках договоренности с Красным Крестом. И я надеюсь, что в самое ближайшее время эта гуманитарная акция состоится под эгидой Международного комитета Красного Креста. Мы согласовали все детали с руководством Украины. Надеюсь, западные партнеры не будут вставлять палки в колеса. По словам бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который представляет Украину на переговорах с Россией, колонну должны сопровождать представители ОБСЕ. Кроме того, представитель МЧС России Александр Дробышевский заявил во вторник РИА Новости, что пункт назначения для передачи гуманитарной помощи будет определяться совместно с представителями Красного Креста и украинской стороной. Чтобы узнать, как развиваются события на Украине, подписывайтесь на наш канал в YouTube. Сделать это можно, нажав сюда.